Что-то какая-то тут фигня, что-то... О! Он просто... Это все было просто хромакейная, как бы, сценка. Что мне здесь нужно сделать? Алло! Я не понимаю. А! Подожди. Вот это. Опа. Опана. Всем привет, ребятки, мы продолжаем играть в игрушечку Trollface Quest видео мемы. В принципе, усаживайся поудобнее, бери всяких вкусностей, заваривай чаек. Ну а мы погнали дальше проходить троллирующие уровни. Это у нас уже третья серия по данной игре, так что погнали. Будем вот смотреть финальные левелы данной игрушки и, в принципе, нажимаем продолжить. Так, этот левел мы уже проходили в прошлой серии, и чтобы нам открыть дальше следующие уровни, нам надо заработать около 90 троллеров, либо же в тролль-кино, либо в мини-играх, вот ты видишь, они пока заблокированы, и также и нам нужно найти 10-ю курицу, чтобы разблокировать секретный уровень. И вот бонус уровень, конечно, я не смог разблокировать, я его пытался за кадром вот... наверное, часа полтора назад пытался скачать вот этот Unlocked Trollface Quest, и он почему-то выдает мне ошибку. То есть я его скачиваю, и все, игра у меня тупо вылетает и просто не дает зайти. И вот, короче, когда я уже вот попытался по второму разу скачать вот этот Trollface Quest Unlocked, то есть у меня вообще игра вылетела, вообще тупо не заходилась, и, короче, мне пришлось ее переустанавливать как-то так и проходить дальше следующие уровни. И поэтому ты видишь, что очки у нас другие. Также у нас троллеры тут по-другому. Как бы у нас было вроде 163 в прошлой серии, я уже не помню. Ну, короче, троллеров и очков количество тут совсем другое. Ну и как-то так. И поэтому мы вот пройдем вот эти 8 уровней, и 9 будет секретный. А вот этот бонус уровень, пофиг на него, в принципе, реально. Не знаю, зачем так сделали разработчики, что... Нужно скачивать какой-то левый Trollface тут, чтобы вот открыть этот уровень. Могли бы что-то здесь замутить в данной игрушке. Странно. Вообще, как, например, в прошлой части мы вообще зарабатывали эти очки и, короче, открывали бонусный уровень. То есть 300 очков и открыт бонусный уровень. А тут вот нужно скачивать Trollface. Ну, окей, ладно. В принципе, посмотрим на секретный уровень. Так, окей, погнали в мини-игры, и что же, сначала я хочу побить тролля. Так, ты где? Вот, спокойно, не торопимся, он может вылезти где угодно, как угодно, и мы должны его зафигарить, блин, не зафигарил. То есть, походу, за каждое вот это видео Trollface ты получаешь, да, троллары. Окей, и, короче, смотри, в чем прикол. Мы можем еще сыграть вот в эту штукенцию. Тихо. Спокойно. Я думаю, мы успеем. Ага. Шедеврально. Окей. Также вот здесь тролль-шахтер. Мы можем сыграть вот так. Смотри, вот сейчас будем вот так идти. Я думаю, он где-то здесь, этот тролль-шахтер. Вот. Вот то там вот это. Окей, мы зарабатываем 9 троллеров. И, в принципе, вот пердёж в лифте. Вот, как ты видишь, мы не могли пройти пердёж в лифте тут с тремя людьми, но как-никак я за кадром прошел его, и у нас тут уже 4 человека. Это будет просто нереально, потому что я долго маялся тут. Ни хрена же. Ну, короче, один из них палит, уже все невозможно. Но я тебе скажу, если тут выигрывать, что я тут заработал 100 троллеров с одного пердежа в лифте, представляешь? Блин, они тупо поворачиваются, они тупо всем поворачиваются. Тихо, смотри. Тактика. Одна повернулась. Два мужика. Мужик повернулся. Баба, мужик. Блин, и кто-то из них опять повернулся. Черт. Задолбали уже. Бабуськи все оборачиваются. Ладно, короче, смотри. Мы сейчас продумаем их тактику. Бабуська. Парень. Бабуськи. Парень, бабуська. Блин, спалили. Вот жопы. Ладно, короче, тут что-то нереально. Давай-ка, в принципе,
Реально, с тремя людьми было очень сложно, вот с четырьмя уже в лифте, это просто невозможно, так что вот как-то так. Либо можно долго это просто пытаться делать, но вот не знаю, вот. Тихо, все. Окей, ну вот мы сейчас быстренько это сделаем. Вот тут, в этих уровнях. А тролль кино, это вроде как рекламу, там надо смотреть, и ты получаешь троллеры. Я как-то этим вообще ни разу не пользовался, потому что я отключаю интернет перед тем, как снимать видео, сажусь. Окей. Чтоб нас реклама вонючая не доставала. Окей. Давай-ка сюда, 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 сюда. Я уже иду. Ага, ты опять здесь. Окей. Ну, вот реально, вот ты посмотри, тут нереально 4 человека. Один из них повернулся. Один из них повернулся. Угу. Блин, и вот они, один из них палит. Это, короче, просто тупо невозможно. Ладно, это даже не важно. Давай еще раз побьем тролля. Так, раз. Два. Ну-ка, иди сюда. Вот черт ты, смеющийся. Иди сюда. Окей, окей, окей. Блин, не попал, ладно. Блин, не попал. Ладно, 16 троллеров. Вообще бесит. То, что такое... 16 троллеров? Разве? Ладно, короче, неважно. А чё так сложно-то стало? Алё. А чё так сложно-то стало? Алё. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай. Спасибо. Спасибо. 25. Всё. Мы зарабатываем сколько? Вот 264 троллера. Нам открываются вот эти следующие уровни. И нам нужно еще найти курицу. Ну, окей. Погнали. А, все-таки нужно вот это пройти, окей. Если кто не знал, нужно вот отсюда вот эту штучку высунуть. Окей, погнали. Давай, чувак. Брос. Давай. Все. Он просто всех начал троллировать здесь. Окей, погнали. Так. На жопу такой танцующий пялится. Че здесь? Блин. Окей, вот смотри, реально. Реально, что здесь такая вообще фигня? Ой, он даже начал вот так делать. Ладно, о, что это? Что это, подожди. А что это здесь надо сделать? Что сделать с задницей-то нужно здесь? Не знаю. Да блин, нахрена ты это начинаешь делать? Я не понимаю. Блин, и капец. Чё это тут? Можно вот, может, как-то так? О, да! Так, срочные новости! Если кто услышал новости, то есть звук новостей, там, говорил мужик, я говорю всякую ерунду, блин, это вообще реально полный троллинг, короче, и он знает, что, ну, как бы срочные новости там у нас взорвалось, но все равно он хочет смотреть на танцующие задницы. Мужик, и в принципе, ему пофиг, что там луна даже взорвалась. О, вот этот уровень мы помним с демки. Это, если что, троллинг, если ты помнишь, вот опять же рассказываю. Года так 3 назад, либо же 6 назад был популярен такой челлендж. Надо было себя холодной водой облить. Так, сорян, мне кто-то смсит, что-то окей. Ну так вот. Я недорассказал тебе. Этот челлендж еще передавали другим каналам, как бы вот так каждый выполнял по челленджу, там вот обливался вот этой водой. Ну и вот нам нужно, оказывается, вот эту штучку передвинуть. Опять же, с демки мы помним, как это все проходить. И в принципе, что он сейчас дергает. И все на него, куча мусора вываливается. И такой какой-то... чувак, какой-то деревенский троллфейс там радуется. Окей, погнали дальше. Так, это еще что за абстрактные линии какие-то? Так, погоди. Тут троллфейс? Погоди. В смысле, а что тут надо сделать? А если мы только вот эти кликнем? А! Так, господи, я думаю, ты узнал. Я узнал эту музыку. Ты знаешь, что за музыка? Набери, короче, это был очень популярный клип. Года так, наверное, знаешь, когда? Лет так...
5 назад, 4-5, вот где-то года летия назад был популярен клип, назывался он «Somebody», и там, короче, вот мужик вот в таком абстракционизмом вот плане, он, короче, там стоял, пел, и вот на него сделали мемасик, охренеть, конечно. Довольно-таки там прикольный такой клип. Подожди, а что тут надо сделать? Господи, блин, а что за маята? Что за какая-то фигня какая? Что мне здесь нужно сделать? Алло! Я не понимаю. А! Подожди. Вот это. Опа. Опана. Да-да-да, и там еще была девушка в этом клипе, как раз она, вот это на них Троллфейс, оказывается, сделали, реально круто, реально круто. Окей, так, это что, ну это я не знаю, конечно, на что это, мемасик, ну короче, вот тут, ну мы его видели уже, я помню, как я угорнулся вот еще в демке. С этого вообще Троллфейса, он вроде как должен куда-то полететь в космос. Он не может, походу, в тубзик сходить. Ну подожди. Вот, вот подожди, вот тут вот. Что-то у него тут торчит, подожди. Подожди. А, вот, он поднимает. Вот, таблетки. Он зажрал таблетки, и теперь он полетел в космос. Все, он просто улетел. Это, кстати. А, господи, знаем мы, что это за мем? Вот этот, знаешь, летающий кот печенька? Я думаю, ты знаешь этого милого котика, он летает, короче, по космосу, и от него тоже радуга идет. Ну, этот мы мем знаем, конечно, окей. Просто не сразу его узнали. Окей, погнали дальше, так. Так, это случайно не Линкин Парк какой-то? Что-то, это походу тоже какой-то мем на какой-то клип. Но я пока даже не понимаю, что за... Не знаю эту музыку. Так, и он, походу, гуляет тут. О, утка, наконец-то, последнюю нашли, шикарно. Он гуляет... Значит, по озеру, по морям, по океанам. Короче, по странам и... Что-то какая-то тут фигня, что-то... О! Он просто, это все было просто хромакейная, как бы, сценка, окей. И оказывается, это все просто картинка сзади была. Окей. Вообще классный мемасик, реально. Если кто знает, напишите, что это, на какую пародию это клип сделали. То есть, вообще, что за мемчик такой, правда, реально не узнал. Так. Опа. Никто не ожидал Троллфейса видеть. А, тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, спокойно. Вот это я тоже... Блин, а что тут с Троллфейсом-то надо делать? Подожди. Может как-то... Подожди, может тут зажать как-то, я не знаю. Реально, как тут... Ну что-то с ним-то нужно делать? Блин, я не помню. Подожди. Блин, стой. Подожди, тут в чем-то подвох есть. В чем-то здесь есть... Может как-то вот так? Опа, и они такие затроллфейлились, и тут уже, я не пофиг, что тут троллфейс уже. Ну короче, вот такой троллинг. Господи, реально это было сложно, просто... Вообще, тут как-то непонятно, ладно. О, ну конечно, Майнкрафт. И это, наверное, пародия на какого-то ютубера по Майнкрафту, скорее всего. Какой-то троллирующий кубик. Подожди, стой. Вот, тихо. Блин, что-то, походу, мы неправильно сделали или все сделали верно. Круто, реально круто. Проходим так. Что это, чувак какой-то, единорог? И, походу, все неверно, да? Или верно? Что с этим делать? Он его просто затоптал. Подожди. А. Давай, езжай. Бро, езжай. Подожди. Блин, а что нужно здесь тут сделать? Я... Блин, он просто его топчет. Ну что за хрень? Не, ну реально, я уже тут 5 минут маюсь. Что тут реально нужно сделать? Тут, понимаешь? Тут просто какой-то рычаг. Какая-то лошадь говорящая. Он просто не хочет. Он просто... Блин. Я не понимаю. Да лошадь, хватит болтать.
Подожди, чё? О! Ни хренашечки! У него вырос, оказывается, рог. Какой единорога, и что? Господи, что? Что это за тачка такая? Блин, они уехали, все. Ребятки, проходим, наконец-то, мы эти уровни. Господи, на 3 серии мы их растянули. Тут реально, тут их много. В каждом приходилось думать 40 уровней. Вообще круть. И, короче, бонусный уровень, ладно, пофиг на него. Нереально тут что-то скачать, я уже пытался. Опять же, вначале рассказывал тебе, что какие проблемы тут с этим открыванием уровня. Короче, погнали смотреть последний секретный уровень. Какой-то чувак смотрит. Какая-то птица пролетает и срет. Ой, еще одна. Стой, подожди. Подожди. Подожди, тут что ты нужно сделать? Подожди, куда это так, блин? Блин, вот жопа. Да куда ты срёшь? Подожди. Стой, вот так. Подожди. Может, как-то нужно сделать, чтобы на этого смеющегося дурака какнула птица? Ну, не знаю даже как-то. Как-то можно сделать? Блин, 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 да стой! Куда ты так прям вот летишь? Подожди. Вот сюда, на этого. Может тут... Я не знаю, что тут за вонючая комбинация какая-то? Реально, как мне его пройти, скажи? Птица пролетает. И здесь пролетает. Блин, блин, а чё тут нужно, правда? Вот сюда. А! Опа! Опа-на, птица обосрала его! Шикардозно. Шикардозно. Вот, ребятки, короче, проходим мы секретный уровень. Все уровни пройдены. Да, не открыли мы бонусный уровень. Ну и похрен с ним, пофиг. Если кто, вот кому интересно, можете рассказать, что там. Реально. Реально. Вот, вот все, все уровни прошли. Я даже сейчас могу вот попробовать вот еще раз вот. Открыть вот этот Trollface уровень, попробовать, может быть, сработает. Ладно, ребятки, на этом все. Бонусный уровень, ну реально, ну пофиг вот на бонусный уровень, реально, хоть мы его и не посмотрели, ну да ладно. Окей, значит, вот, мы прошли все вот эти уровни, все 40 левелов, они были реально сложными, но все-таки реально крутыми. Реально, мне эта часть больше всех порадовала в Trollface. Реально, это одна из самых реально крутых частей, которую я играл. Все-таки как-никак. Даже вот с тех, вот 5 лет прошло с выхода этой части, и все равно она остается самой крутой. Так что вот, ребятки, как-то так. На этом все. Посмотрим сейчас еще на хихикающего Trollface. И, в принципе, как-то так. На этом все, ребятки. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.